Сабгаманигар, с вами Джастин Мауриэлл, и это второй выпуск автоугонщиков на Самп-РП. Вы посмотрели мой первый выпуск? Нет? Ну да ладно, дело ваше. Сейчас мы попытаемся угнать мотоцикл Energo Minus 500. Для тех, кто не знает, это самый крутой мотоцикл в Сан-Андреас. Смотрим на карте его возможное местоположение, и это, скажу я вам, не близко, в Сан-Фьерро. Пока мы туда доедем, пройдет минут 5, и еще не факт, что там этот мотоцикл будет. Поэтому предлагаю прошариться по Лос-Сантосу, особенно у Мэри, там много транспорта. А, колеса заблокировались. Фух, пронесло. А, чертовы копы. Что они забыли в гей-гетто? Йоу, 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 едем под кочевый музняк с корешом. Йоу, 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 тот, кто не с нами, тот за бортом. Вначале заеду в ЛСПД, может быть там будет Energo Minus 500. Кстати, вот странный человек, разговаривает сам с собой. Ты с кем базаришь? Сам, с собой? А нет, все в порядке, он через асфальт ведет диалог с копом, который в подземном гараже. Нам, кстати, в этот гараж и нужно. Вижу какой-то мотоцикл. Нужно подъехать ближе, но там стоит коп. Больше всего в автоугоне я люблю похищать транспорт из гаражей ПД. Здесь нельзя просто подойти и взять. Здесь нужно действовать аккуратно и осторожно. Нужно быть хитрее лисы, быстрее гепарда и мудрее КХМ. Ну да ладно, хватит философствовать, нужно действовать. Бомжик что-то хочет. Чего тебе надобно, старче? Тут и другой автоугонщик, главное, чтобы он не угнал Energo Minus 500. А нет, уезжай, трус. Вот я вижу Energo Minus 500. Вдали еще один. Думаю, лучше попытаться угнать дальний, все же там нет копов возле него. Выходим из авто, а дальше дело мастерства. Спрячемся за столбом, хорошо, что он тут есть, и потолок держит, и меня прячет. Думаю, будет грамотно оттащить мотоцикл за колонну, чтобы копы не видели, как я его угоняю. Так, проверка горизонта, операция начата. Интересно, сколько секунд требуется для взлома? Мы начали в 24. Кстати, для угона из гаражей полиции лучше всего использовать скутера, так как на них легче всего развернуться и вообще удрать, если вас засекут. То-то приехал, нужно уматывать, а... Да, угнал. Получилось. Теперь нужно увести на сбыт. Вот нахожусь я на седле Energo Minus 500, но чего-то мне не особенно. Вообще в Сан-Андреас какие-то слабые мото, так и убить могут. О чем это я? Ах, да. В Сан-Андреас какие-то слабые мотоциклы. Ну конечно, этот еще ничего, но вот мотоциклы более низких классов вообще не тянут. We'll be right back.
Ну вот сколько он разгонится, 100 будет. Ну тут разогнаться не получится. Разгонимся на трассе Лос-Сантос, Лас-Вентурас. Два километра в час? Я ожидал большего. Все-таки это гоночный мотоцикл, прототипом которого является Honda NSR 500. Конечно, среди спортбайков трудно определить прототип, но тут они и внешне похожи, и названия созвучны. Итак, финальный штрих. Товар доставлен. Вот еще один чувак идет к успеху. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Буду благодарен, если вы подпишетесь на мой канал, это мотивирует меня делать новые видео. Пока.